Жилой комплекс «Город Набережных», расположенный в микрорайоне Клязьма-Старбеева, посетил первый заместитель министра строительного комплекса Московской области Александр Пахомов. Для него провели экскурсию по всем дворам новостроек. По его мнению, Химки – город-пример для остальных муниципальных образований Подмосковья. Мы недавно вручили премию архитектурную компании Urban Group за этот уникальный проект. Губернатор Московской области Андрей Ильич Воробьев поставил задачу создания комфортной среды для проживания людей. И вот этот проект, он как раз является олицетворением этой среды. По словам замминистра, здесь применены почти все подходы, которые создают комфортную жизнь. А именно дворы без машин, подземные паркинги, пешеходные зоны внутри дворов, красивая архитектура. Особую уникальность проекту придает канал. Сейчас он на стадии строительства. По планам компании, все будет завершено весной 2015-го. Эта премия не имеет денежного эквивалента. Мы расцениваем это как высокую оценку со стороны руководства области той деятельности, которую мы ведем уже почти 6 лет. Еще одна изюминка комплекса, которая отвечает требованиям руководства области, заключается в том, что застройка среднеэтажная. Также имеется школа и детский сад. Одним словом, все необходимое рядом.